Жалобы на холодные батареи перестали поступать в отдел жилищной инспекции. Специалисты говорят, большинство обращений необоснованны и уверяют, с температурными параметрами в городе проблем нет. Это многоэтажка по адресу Камзина, 70. Лидия Константиновна живет здесь с момента постройки. Это 45 лет. Рассказывает, в эту зиму в квартире особенно холодно. Температура воздуха едва достигает 17 градусов тепла. Пенсионерка не раз обращалась в местное КСК. Реакции никакой. А я жду, и у меня уже нервы. Вот, я скорую вызывала, потому что было плохо мне. Потому что все холодно и все. Вот такие вот дела. И как дальше жить? Как верить? Холодно, очень холодно. Я одета, я обута, я и в шубе сижу. Я вот так в ботинках, я вот так. Здесь по 3-4 кофточки одеваю теплые. Все, замерзаю я. При обследовании было установлено, что существует в зале проблема с радиатором отопления именно. Батареи, которая стоит нового типа, которая не пропускает необходимое количество теплоносителя. Стояки идут горячие, соответствующие нормам. Но после того, как мы пропустили Маевского, как сверху, так снизу данная батарея, соответственно, приняла необходимую температуру. Замеры произвели и в соседних квартирах. Температурные параметры, согласно СНИПам, в пределах 20-21 градуса. Жалоб на недогрев в отдел жилищной инспекции практически не поступает. Основная проблема замерзающих – старые батареи, которые необходимо промывать, или новые пластинчатые радиаторы с плохой проходимостью. Коммунальщики обещают, если нагрянут морозы, монополисты поднимут параметры. Азиза Исабаев, Мухаммед Айгужа, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис».